Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. Сегодня я вам хочу показать очередной случай обрыва в токовых цепях. Передали замечание, что стрелка амперметра показывает 0, хотя нагрузка на фидере присутствует порядка 60-70 ампер. Вот пришел на подстанцию и сразу слышен характерный такой гул. Слышите? Гул слышен больше со стороны фазы А. Это у нас токовая цепь измерения. То есть с фазы А, с трансформатора тока фазы А идет вначале 401 кончик на амперметр, с него на счетчик. С идет сразу на счетчик. И 410 ворачивается на общий ноль. Сейчас я измерю напряжение между 401 и 410. И если в этой цепи имеется вот обрыв, то, соответственно, будем его искать. Аналогично и 421, 410. То есть, если цепь замкнутая, нормальная, целая, то напряжение будет 0,0 или 0,0 вольт. Если же здесь имеется будет где-то обрыв, то есть между 401 и 410, либо между 421 и 410, то мультиметр покажет некоторое сопротивление. Так, фазу B здесь не берем, она у нас идет для других нужд в цех. А в нашем примере трансформаторы тока используются для учета и контроля тока и собрано в схему неполной звезды. И вот сразу, видите, подключился 401, 410, и напряжение у нас здесь около 17 вольт. Переключился на 421, 410, напряжение, видите, 0,78. То есть здесь цепь закорочена. А вот фаза А, то есть вот здесь у нас имеется обрыв между 401 и 410. А между 421 и 410 цепь здесь замкнутая, целая. Здесь два варианта. Либо у нас обрыв на амперметре, либо у нас обрыв в кабеле, который идет на счетчик. Счетчики установлены на отдельной панели. Так, еще один вариант. Это если оборвался у нас провод, идущий от трансформатора тока до клеммы. То есть вот он у нас приходит. Но сейчас я поставлю перемычку, то есть закорочу токовую цепь и измерю в ней ток. Установил перемычку между 401 и 410 выводом. То есть эта сторона приходит, это провода с трансформатора тока. Гудение при этом прекратилось. Вот трансформатор тока перестал гудеть, так как я закоротил ему обмотку. Вот эта вот обмотка у нас была в обрыве 401, 410. Сейчас я ее закоротил, и гул у трансформатора тока прекратился. По установленной перемычке протекает ток 2,5 ампера, что соответствует нашему току нагрузки 60-70 ампер. Вот здесь я установил сейчас перемычку 401-410. Это говорит нам о том, что обмотка трансформатора тока и провода, идущие от трансформатора тока до клеммника, целые. То есть обрыв нужно искать либо на амперметре, либо на счетчике вот в этой фазе. Но это легко проверить. Сейчас я буду установлю перемычку на 402 кончик, здесь вот он не обозначен, не подписан, и замкну его на 410 вот так, таким образом. Если гул появится у нас гул, то значит у нас неисправен амперметр, обрыв дает амперметр. Если гул у нас не появится, то значит обрыв где-то в счетчике. Ну вот я переключил на 402 кончик, и у нас появился гул. А значит, делаем вывод, что обрыв у нас где-то на амперметре. Ну, чтобы добраться нам до
выводов амперметра нам необходимо будет вывести фидер в ремонт. Сейчас он находится в работе, выключатель включен. Вот привод P11. Буду подавать заявку на вывод фидера в ремонт, чтобы посмотреть, где у нас произошел обрыв. Либо это у нас провода от клемника до амперметра, или как вот было в том случае на самом выводе к амперметру, где подключаются провода, там произошел обрыв. Но тот случай был очевиден, потому что амперметр стоял на дверце, дверцы периодически открываются, провода со временем перегибаются и происходит обрыв. Здесь же амперметр установлен стационарно. Еще как вариант, это внутренний обрыв в цепи амперметра. Выключатель отключен, шуморазвинитель отключен. Так, схему разобрали. Сейчас посмотрим, что у нас, где обрыв. Какая замечательная картина. Амперметр-то у нас и не подключен. Замечательно просто. Кто-то производил замену амперметра, видимо, предыдущая бригада релейщиков, и не подключила к нему провода. Печально. Будем разбираться. Так вот.